Помогли видеокамеры. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого местного жителя. Он подозревается в краже транспортного средства. Установлено, что водитель автомобиля, работающий в фирме по доставке товаров, оставил ключи в замке зажигания и отлучился. Этим воспользовался злоумышленник, сел в автомобиль и скрылся. По камерам видеонаблюдения удалось вычислить местонахождение грузового фургона и задержать подозреваемого. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли документы потерпевшего, а также ключи от украденного автомобиля. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом. За что вы задержаны сотрудниками полиции? За кражу автомобиля. А что хотели сделать с похищенным автомобилем? Оставить себе, продать.